Дан старт заявочной кампании международной премии «Мы вместе». В студии амбассадор международной премии «Мы вместе» в Югре, заместитель регионального руководителя движения «Волонтеры-медики» в Югре Наталья Любякина и специалист Центра развития добровольцев фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Марат Ласкин. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, собственно, мы вместе. Итак. Да. Итак, что такое международная премия «Мы вместе» и кто может принимать в ней участие? Ну, наверное, начну я рассказывать. Мы все прекрасно помним, в прошлом году была всероссийская акция «Мы вместе», которая объединила и волонтеров, и НКО, и бизнес, и медиа на помощь людям. И как продолжение вот этой вот всероссийской акции была учреждена премия «Мы вместе». Куда можно податься? Да, куда можно податься на эту премию. Цель премии – это поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Международная премия «Мы вместе» реализуется администрацией президента Российской Федерации, единой информационной системой «Добро.ру» и Ассоциацией волонтерских центров. А кто может принять участие? То есть кто-то, да, кто помогал? Сделал какое-то доброе дело, да, и вот с этим делом он... Сейчас мы поймем, да, если будем говорить о направлениях. Здесь не обязательно те, кто помогал, но те, кто помогал тоже. Это те, у кого есть проекты, у кого есть готовые решения, да, уже упакованные, то есть в разных направлениях. Вот, то есть какие, это, да, это могут волонтеры и НКО, может бизнес, медиа, ну и четвертое большое направление – это международная премия, да, международное направление. Ну, если говорить о том, что нам ближе, да, это волонтеры НКО, это бизнес, там 8 направлений в этом большом блоке. В каждом треке еще свои направления. Вот, 8 направлений, и, ну, в принципе, волонтеры могут подаваться с 14 лет. Вот, 14 лет, это тот возраст, с которого уже... Волонтеров, да. Да, волонтеры с 14 лет. Вообще НКО, представители НКО должны быть с 18 лет, если НКО подает от НКО. Бизнес тоже с 18 лет. Да, это опять же, это готовые, готовые проекты? Или можно просто прийти и сказать, мне 14 лет, у меня есть идея? Нет, нет, нет. Это готовые проекты, которые уже реализуются, которые уже действующие, которые будут реализоваться до 2022 года. Планируются. Да, планируются еще реализоваться. Развиваться. Вот не здесь и сейчас, да, развиваться. Поэтому, ну, если есть идея, то, значит, надо ее сделать в проект. Проект в течение следующего года. Реализовать, потом уже начать потом реализовывать, да, и подавать. А как будете оценивать вот, в направлении волонтеры НКО? Да. Как будет вот, приходить этот процесс выбора, кто лучше? Как это сделать, если все молодцы? Смотрите, вся премия происходит несколько этапов. Сейчас идет до 5 июля заявочная кампания, заявочная. С 5 июля будет отборочный четвертьфинал. Он заочный, где эксперты отсмотрят все заявки. И в течение всего августа будут полуфиналы проходить. Полуфиналы будут проходить в очном формате на Доброфестах по всей России в разных регионах. Если говорить про нас, то мы будем первыми, да, кто выйдет в полуфинал и объединит УРФО, Дальневосточный округ и Сибирский федеральный округ. Где будет проходить, пока решается. Там уже очно будут защищать свои проекты номинанты. И уже потом, кто выйдет в финал, после вот этих полуфиналов, до 5 декабря будет на сайте добро.ру народное голосование. Да, народное голосование. И жюри. То есть можно, тоже можно будет посмотреть, да, что... Да, можно будет, да. И уже 5 числа на международной премии «Мы вместе» в День добровольца будет уже подведение итогов и награждение. Ну вот подведение итогов. Наградили. Какие... Ну, что грозит победителям-то, собственно? Что дает этот конкурс участникам? Да. Можно выиграть до 2,5 миллионов рублей. На реализацию проекта. Да, да. Будет дана возможность участия в образовательных программах. Для бизнеса будет возможность участия в 2021 году в международном... В 2022 году в промышленном международном экономическом форуме. В Санкт-Петербурге, да. Бесплатно для участия. Будет поддержка как информационная, так и вот любая поддержка организаторов конкурса. Ну, мне кажется, главная возможность – это показать, заявить о себе, рассказать о своем проекте. Итак, подытожим. Заявки. До 5 июня на сайте премия.мывместе.рф.
Записали. Все туда. Да. И все туда. Именно все на туда. Этом сайте можно громко во все услышания заявить. Мы вместе. Спасибо, что спасибо пришли. Доброго бодрого утра. Желаем вам. Ну и, конечно же, 2,5 миллиона я уже пошел считать. С гостями прощаемся. С вами Живица. 2,5 миллиона минут. Дождитесь.